труба. Завис. Якорь. Вот эти. Отлично. Пап, сзади вода булькает или нет? Ищу, как? Да, булькает. Есть? Я посмотрю. Вон булькает, даже заснял. Вон как булькает. Вот этим. Все, теперь двумя. Давай, упор. Упор ногами. Не, надо двумя, сынок. Весло! А то получается не лодка, а карусель. Чего? Карусель получается. Пап, сзади вода булькает? Булькает. Посмотри. Держи крепче, чтобы не выпадало. Вот этим. Так, перестань брызгаться. Саш, вот этим весло. Во. Хватит. Вон прицел. Вот. Вот так. Вон так, упор, упор ногами сделай. Упор, чтобы был. Так, вот. Вода сзади идет. Идет. Сейчас сниму. О, как идет. Упор, упор держи там. Якорь. Вот этим. Упор, упор в мои ноги сделай. Так, этим. Отлично. Не спеши теперь, двумя спокойно. Двумя спокойно. Упор ногами. Мы тебя как сегодня тренировка по гребле. Пап, смотри, пап. Да, кто бы мог... Пап, смотри в бок. Да. Кто бы мог подумать, что тебе только 6 лет еще. Ну 7, правда, через 2 дня будет. Вот что значит тренировка. Систематическая. Дзюдо. Встали на якорь. И вольно. Давай сюда. Этим веслом. Вот этим. Все, теперь двумя. А давайте одним веслом, я другим. Саша, я отсюда не могу. Я с этой стороны, то как? А можешь сюда здесь? А, ну давай, сейчас, сейчас тогда камеру выключу. Ну все, вот сняли видео. Как мы сегодня отдыхаем накануне дня рождения. Ну? Ты же теперь будешь грести со мной. Ну хорошо, сейчас. Камеру положи сюда. Ладно, я в карман положу.